30 мая состоялось очередное заседание Сакрыбулы. На повестке дня стояли три вопроса. Первый вопрос касался послушания и оценка отчета исполнения на 3 месяца бюджета на 2017 год. Камгёба Ниносминского муниципалитета отмечает, что на 3 месяца 2017 год доходные части бюджета в целом исполнена на 10,8%. Собственный доход выполнен на 7,9%. Подоходный налог выполнен на 9,2%. Налог на имущество выполнен на 1,1%. Неналоговые доходы выполнены на 63,9%. Капитальные доходы выполнены 124,5%. Расходная часть бюджета в целом выполнена на 13,4%. Более подробно представил начальник финансового отдела Самвел Арзуманян. Administrativ շենքերի վերանորոգման համար նախատեսված 152,500 լարից ֆինանսավորվել է 1,100 լարի։ Տեսախցիկների տեղադրման աշխատանքները կատարելու համար նախատեսված 42,000 լարին դեռ չի ֆինանսավորվել։ Փողոցների լուսակիրների վերանորոգման համար նախատեսված 4,500 լարից ֆինանսավորվել է 1,400 լարի։ Իծրին 1000 լարը վաճառվել է ոչ չբնակեցված ինչ-որ չեմ, որից 20,000-ը մտել է մեր բյուջեն, չպարզեցինք թե ուրտեղ է ինչ ենք վաճառվել, մեկ։ Իսկ մեզ եկած համպատասխան դերության համպատասխան, իծրը քանի 1000 լարի փոխանցվել է չբնակեցված չենքի վաճառքից, որը 40%-ն ստել է մեր բյուջեի հաշվում։ Второй вопрос касался о согласии на передачу движущегося имущества муниципалитета коммунальной службе в порядке прямого распоряжения в форме безвозмездного узуфрукта с правом временного использования, который представил начальник экономической службы КМГОБ Саят Макоян. Третий вопрос был о создании временной рабочей группы с целью надзора строительных работ, осуществленные со стороны муниципалитета в рамках государственных закупок, который представил заместитель Сакрыбулова Константин Вартанян. Руководитель рабочей группы Самвел Емельян, члены рабочей группы Андраник Хачатурян, Мандел Абгарян, Вахина Карзуманян и Москан Элоян. Սաղիսը պարզ է, աշխատանքները լավ ձևի չին կատարվի, ես մետ տիրը, ու էդիկ շատ տերեն մի էլ եղտին, որ էդ մինք լավ չին գրայացքին։ Նի զավիսը մի կամիսյան, որին որ որինական 100,000 են մեր На заседании выдвинутые три вопроса были приняты единогласно.